По данным Общества о защите животных SPCA, только четверть собак находится или возвращается, если потерялась на прогулке. И еще меньший процент животных выживает на улице, если с детства живет у человека. Давайте будем ответственными перед тем, кого приручили. И поможет мне сегодня в этом Герда. Цезарь, привет, хороший пес Цезарь. И Виталий, и хозяин. Здравствуй, Виталий, спасибо, что помогаешь нам сегодня. А также умный ошейник Мишика. Ошейник определяет местоположение по GPS-спутникам с точностью до 4 метров. Если сигнал глушит бетонные стены, включается LBS-позиционирование через ближайшие станции сетей сотовой связи и точки доступа Wi-Fi. Это, конечно, не так точно, как GPS, но на сегодняшний день, пожалуй, лучший вариант. Плюс подсветка Мишика позволяет найти четвероногого друга даже в темноте. Чтобы полноценно пользоваться устройством, вам понадобится специальное приложение. Скачать его можно в App Store или Play Market. Просто напишите «Мишика» в поиске и скачайте его. Регистрируйте ваш аккаунт и записывайте данные питомца. То есть приложение работает с каждой собакой индивидуально. Теперь вы можете следить за перемещениями вашего питомца, хоть с работы, офиса или даже из Буркина-Фасо. Главное, чтобы был интернет. Виталик, ты можешь рассказать свои ощущения от ошейника и вообще какие-то рекомендации? В целом продукт мне понравился. Понравилось мне... простое использование. Положительные эмоции вызывает прогулка, полностью отслеживается трек. И, в принципе, что еще мне нравится, это то, что приложение само выдает количество необходимых километров для собаки в день. Ранее я читал нормы для своей породы собаки, сколько она должна гулять ежедневно, и я удивился, когда приложение мне именно эту цифру назвало. Вы можете задать зону перемещения собаки. Это полезно, если вы, например, живете в частном доме. В случае выхода из зоны вам придет мгновенное уведомление. Вторая важная функция – это контроль за активностью и здоровьем любимца. Приложение считает шаги, а также дает вам рекомендации в зависимости от года рождения, породы, веса, пола и роста собаки. В конце месяца или дня вы можете посмотреть статистику и реализацию целей, которые задает вам приложение. Выглядит ошейник как вот такая монолитная таблетка. Основа корпуса прочный и легкий алюминий, плюс водонепроницаемость. Согласитесь, это немаловажно в активной собачьей жизни. Установить Мишика можно прямо на ваш родной ошейник или использовать ремешок, который уже идет в комплекте. Причем даже не обязательно снимать гаджет с крепления, чтобы зарядить, так как в комплекте есть беспроводная зарядка. Одной батареи хватает, ну, примерно на сутки. Давайте подытожим. Главное преимущество этого ошейника перед другими аналогами из Китая – это его надежность и водоустойчивость. А еще вы не просто найдете свою собаку, если она потерялась, но и можете быть на связи с ней 24 часа в сутки, следить за ее здоровьем и активностью. Но что больше всего греет мою душу и сердце, это то, что это наша отечественная разработка. Узнать о нем более подробно поможет кнопка прямо на видео. Если у вас остались вопросы, то оставляйте их ниже в комментариях и ставьте лайк и подписку, если обзор был вам полезен. Всем пока! Герда, а что ты думаешь об этом? Ну давай. Как тебе приложение и ошейник? По-моему, он доволен.